я точно не могу сказать, где сейчас находимся. За Ивановка, как Калиника, не Калиника. Но здесь небольшие озера. Вот за моей спиной, видите. То есть пужик. Даже не озера. Но много рыбаков приезжает сюда порыбачить. Наверное, рыба есть здесь, на этих, в этих озерах. Ну и природа здесь обалденная. Дубовые рощи, поля. В прошлом году в это время я был в Поляных Зорях, а там снег сходит только в мае, ближе к лету. Здесь же Балаково все цветет, тепло, как видите, я в футболке, в солнечных очках. На Поляных Зорях, на севере люди еще в куртках, в зимней одежде ходят. Так что, вот Саратовская область. Балаковский район, такая природа. Через неделю уже ландыши будут цвести. Вот сейчас наткнулись на поляну, усеянную ландышами. Около озера или болота. Все это ландыши. Поганка. Нет, ты ж черная. Я не знала, да. Надо запомнить на стене. Ты помнишь, куда мы идем? Да, вдоль полей. Прямо-прямо. Надо эту девчонку сюда приехать, чтобы запомнить. Посмотри, как здорово. Тихо. Ну смотри, машина здесь подъезжает. Тут сюда наведывается. Опа. Это не Волга? Это, наверное, знаешь что? Точно не Волга. Это мы с другого конца подошли к ней. Там чуть дальше, видать, заезд был. А здесь я даже не знала, что здесь тоже заезд есть. Ага. Чего мы сюда с тобой не приехали? Волга.
там тоже такая узкая, она вот куда я тебя вела, она тоже вот такая не широкая. Это Волга. Нифига себе здесь. Прям на Макше нас кто-то буксует. Давай, не помажу, блядь. Да? Ага. Вон, клей какие. А что они тут делают? Смывают что-нибудь? Волгу. Какие-нибудь отходы. Ну, прям, смотри, вырублен прям этот, да? Проезд для большой машины. Иди, посадка, посадка, а тут прям вырублен. Что-то разлило здесь все, да? Наверное. Более, по прикинь, когда это все расцветет, какая роща красивая. Да, наверное, тут грибы. Вот в этой роще. Волга. Что-то это разлив какой-то. Или это Иргиз. Вот на Иргиз, наверное, больше похоже. Вон, цапля летит. Да?